Почему без масочки? Ой, все с нами, все с нами. Все с вами. Все с вами понятно. Все. Сегодня проводится профилактический рейд. Ну. Предупреждение. Ходим, разъясняем людям, что нужно соблюдать дистанцию социальную. Вы работаете с клиентами, вот вам значит масочки. Перчаточки должны быть. И куча масок у нас там лежит. Запас имеется у вас, да? Да, да. Очень хорошо. Но сами вот должны все-таки масочку носить. Видите, вы тоже ходим в масках. Все носим. Просто мы с 11 работаем. Вот во второе ателье заходим, и все говорят, мы работаем с 11. Просто сегодня не наказываем, проводится профилактический мероприятие. Сотрудники ГОИЧС совместно с полицией продолжают вести рейды по контролю соблюдения масочного режима у магаданцев в общественных местах и транспорте. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, постановлением регионального правительства продлили режим повышенной готовности на территории Магаданской области до 16 ноября. Роспотребнадзор увеличил контроль за применением противоэпидемиологических мер безопасности у населения. Руководствуясь федеральным законом о выполнении правил при чрезвычайной ситуации или ее возникновении, выездные рейды проводят профилактические беседы с жителями областного центра. Злостных нарушителей штрафуют. Так как мы знаем, что было сейчас последнее постановление Роспотребнадзора, вводится ужесточение, то есть в общественных местах, это включая в том числе и такси, да, и маршрутные машины, все должны находиться в масках. Поэтому мы усилили рейды, так как люди нарушают, люди пренебрегают своим здоровьем, чужим здоровьем. Поэтому сейчас вот все эти группы, три группы, которые выезжают мобильные, они будут работать каждый день. Управление ГОИЧС. Почему не соблюдаем постановление правительства Российской Федерации? Мы же не открываем. О ношении масочного режима, ну что? С вами работают другие люди, вы работаете в общепите. Составленные протоколы отправляют на рассмотрение в суд. Штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее возникновении могут составлять для граждан от 1000 до 30000 рублей, для должностных лиц от 10 до 50000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность от 30 до 50000 рублей и для юридических лиц от 100 до 300000 рублей.